Рядом со мной находится Алан Кусов, известнейший футболист, игрок, игравший за сборную России, обладатель титула первого дивизиона. Также напомню, что Алан является чемпионом России в составе ЦСКА 2003 года. На этом турнире Алан представляет команду «Газпром Трансгаз» Ставрополь. Сразу после игры с Дусларом мы пообщаемся сейчас с Аланом. Алан, добрый день. Сразу хотелось бы по игре, которая только что закончилась, какой ваш комментарий будет? Ну, по игре команда, не сказать, что тяжело было в начале, просто мы моменты свои не забивали, команда играла от обороны слишком глубоко, и матч, можно сказать, прошел не совсем уж так трудно, можно сказать, выиграли легко. Алан, вообще перед командой какие задачи стоят на этот турнир? Считаю, что в прошлом году команда выступила хорошо, дошла до полуфинала. Я считаю, что в этом году команда должна достичь результата не меньше, как минимум. Сегодня вечером у вас очень важная игра в группе. Пермская «Лавина» будет вам противостоять. Как команда будет восстанавливаться? Игроки по домам разъедутся или где-то вместе все будут находиться? Не, мы живем все вместе в отеле. Сейчас поедем, пообедаем и будем отдыхать, готовиться к игре, потому что очень важный матч, серьезный. Команда соперников хорошая. Алан, нам очень приятно, когда известные футболисты принимают участие в наших турнирах. Хотелось бы ваш взгляд, как профессионального игрока, вот после больших баталий в большом футболе, как вам вот любительский футбол, уровень его? Уровень футбола здесь, конечно, очень высокий. Каждая игра, команда, даже как бы и со стороны иногда кажется, что не такого высокого уровня. Но все матчи проходят очень сложно. Команд много очень хороших есть, конечно, некоторые послабее, но в основном команды очень хорошие. И трудно с каждой командой играть. Хоть ты, может, перед матчем фаворит, но все игры очень сложные. Алан, еще вопрос, он больше для болельщиков, которые помнят прекрасно вас еще на поле. Все мы помним, когда в начале 2000-х молодые перспективные остинские футболисты, вы, Владимир Габулов, Вениамин Мандрыкин, Спартак Гогнев, все вместе выступали в различных командах, когда-то вместе в премьер-лиге. Сейчас как-то поддерживаете отношения между собой? Периодически так общаемся, так. Тем более сейчас Габулов у нас министр спорта, Спартак тренер, так иногда в городе так видел их в Осетии, так. Не так часто, но редко общаемся. Так. Спасибо вам и удачи на турнире. Спасибо большое.